Всем привет, ребята, с вами снова я, Алина Рин, и сегодня у меня такое, типа, быстренькое новостное видео, потому что накопились всякие разные штучки, о которых вам надо рассказать, и вот я сейчас о них, собственно, и расскажу. Начнем с озвучки. Да, у меня на канале залито под все тем же видео озвучка под патч 9.14, я думаю, под 9.15 она тоже должна будет подойти. И что я могу сказать? Был проделан достаточно большой труд, были записаны новые звуки под разные события. Впрочем, можете скачать и посмотреть, надеюсь, вам понравится. И в будущем я тоже планирую делать новые озвучки, какие именно, это пока секрет. На самом деле, я еще сама не определилась четко с этим, я буду думать, что именно сделать, в каком стиле. Если у вас какие-то, кстати, есть идеи, пишите в комментариях об этом, очень интересно будет послушать, кое-какие идеи у меня есть, но пока что еще точно я не решила. Вот, вторая новость. У меня, наконец-то, появился микрофончик. Надеюсь, меня лучше теперь слышно. Значит, микрофон Аудиотехника. Мне его посоветовал небезызвестный Константин. Аудиотехника AT2020 USB. Отличный микрофон, я им очень довольна. Пока что еще я не очень разобралась с настройками чувствительности и всяких вот таких вот вещей, но я очень довольна пока что им. От него очень вкусненько пахнет. И стойка для микрофона Rode PSA-1. Очень чудесная такая стоечка. Очень мне нравится. Она клево крепится здесь к столу. Я это покажу потом вам. Вот вставлю, например, вот сюда картиночку. Клевая штучка. И еще здесь вот у меня есть шок маунт. Это такая штука. Вот она, видите? Это тоже Аудиотехника AT8449SV. Также очень многим было интересно, что у меня за хромакей. Вот такой хромакей. Смотрите, он здесь у меня вычтенный, поэтому с этой стороны вообще-то он синий. Сейчас я попробую убрать эту тему вот так-то. Видите, с этой стороны он синий, с другой стороны он зеленый, с другой стороны. Этот хромакей я сшила сама, чехол. То есть, да. Стримлю я через самую простую программу из всех возможных. Это OBS, Open Broadcaster Software. Прекрасно себя чувствую с этой прошкой. Ее мне посоветовал Муразор. Муразор рекомендует. Кто-то спрашивал про мои наушники. Наушники вам тоже были интересны. Ушки сверху это я просто так прилепила для красоты. Значит, наушники у меня SteelSeries, Siberia Elite. White, белые, то бишь. Очень классные наушники, я им полностью довольна. Здесь у них можно регулировать громкость, крутится колесико. Здесь у них можно включать-выключать микрофон. Микрофон очень удобный, вот так вот выдвигается и меняет положение тоже как угодно. Очень я довольна этим микрофончиком и наушниками. Они красивые, футуристические. Какой странный звук издают. Вот, сейчас вблизи покажу их вам. Вот такие они вблизи. Меняют свой цвет. Вполне себе хороши и симпатичны. Что касается моего ноутбука, у меня ноутбук MSI, MSI Gaming Series, и это GS70 Stealth. Он красивый, у него светится клавиатура, у него клавиатура от SteelSeries тоже, очень приятная и хорошая. Сам он греется очень сильно, правда, когда я играю, но это не беда. И шумит еще. То есть надо чувствительность микрофона такую ставить, чтобы не было слышно вот этого вот постоянного шума вентилятора. В принципе, все игры он, правда, тянет. А что я не забыла про мышку? Мышка вот такая вот у меня от Razer. Razer и World of Tanks Rollout. Нормальная мышка. Мышка как мышка. Вот здесь вот она светится еще иногда огоньком оранжевым. Приятная такая. Ну, чем мышка может быть плоха? Не знаю, у Костина, у мышки, у дорогой колесико скрипит, у моей колесико не скрипит, все меня устраивает. А, и, конечно же, коврик для мыши. Ту-ту-ту. Вот такая вот здесь анимешка, у нее можно мять попку, очень приятно расслабляться, так нажимая на попку, она сдвигается, раздвигается, сдвигается, раздвигается. На стене у меня Пикачуха. Эмблема из Ghost in the Shell, призрака в доспехах, смеющегося человека. Это японский арт. Это мне нравится словечко. Это написано Алина Рин. Тупая поняшка. И опять-таки японский арт.
Моя веб-камера это Logitech C920 HD. Очень хорошая камера, очень мне нравится. Еще она очень хорошо фокусируется. Вот смотрите, как она сфокусировалась на анимешке. Сейчас я уберу, сфокусируется на мне. Довольно быстро и классно, мне нравится. Надеюсь, ничего не забыла. Думаю, периодически буду снимать такие небольшие новостные ролики. Совсем коротенькие, но просто, чтобы вы были в курсе того, что у меня нового. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Матанэ.